Музей русского десерта более 2 лет работает в Звенигороде. И мы теперь приехали в Москву. Мы рассказываем об истории конфетной лавки России, о том формате торговли, который был 100 лет назад, а сейчас его нет. Конфетная лавка была не только местом продажи сладостей, колониальных товаров, чая, кофе, но это было нечто среднее между магазином продуктовым и художественной галереей или музыкальным салоном. Мы гордимся, сколько интересных ходов, каких-то необыкновенных акций придумали российские конфетчики. Они внесли большой вклад в мировую рекламу, в историю рекламы. Собственно, об этом музей.